Ну что ж, дорогие друзья, самое время сообщить вам, что вы тоже являетесь участниками нашего конкурса, потому что именно вы определяете один из самых престижных призов. Это приз зрительских симпатий. Голосование осуществляется очень и очень просто. Каждому конкурсанту присвоен двузначный номер. Во время выступления конкурсанта вы видите его на ваших экранах. И чтобы отдать свой голос тому или иному конкурсанту, достаточно с этим номером прислать СМС-сообщение. Вы можете посылать неограниченное количество СМС-ок, и самые активные телезрители получат приглашение на новую волну 2006. Ну что же, а я не сомневаюсь в том, что многие телезрители будут голосовать за нашу следующую финалистку, потому что это никто иная, как победительница «Фабрики звезд 2». Встречайте, Полина Гагарина, Россия! Оценки Полины Гагариной.
9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8. Молодец.